Обучение взрослых – это всегда не очень такой простой момент, потому что бывает негатив, вызывают какие-то, то есть ваши там знания, умения, которые вы хотите передать. Поэтому тренерский формат, он наиболее, ну, да, скажем так, доступен для понимания взрослыми людьми. Но именно, ну, то есть Архангельская школа здесь для тренеров – это уникальный инструмент, где именно обучают этому, потому что больше этому нигде не обучают. Вот. И по разным направлениям мы смотрим, то есть мы набираем различные инструментарии, как работать со взрослыми людьми, с некоммерческими организациями. Прокачивать нужно в первую очередь еще и свои знания. Если нам нравится учитель или преподаватель, то мы любим этот предмет, как в школе бывает. Здесь, ну, конечно, тренеры и программа, мы много знакомимся. Это за кулисами тренинга, но в любом случае это приводит к сотрудничеству потом с другими регионами. Мы обмениваемся практиками и можем внедрять эти практики уже у себя на территории, чего у нас нет. Я думаю, все, кто здесь побывал, они хотят вернуться сюда второй раз.